Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал много крутых автотоваров с сайта AliExpress. И обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Рабочая модель четырехцилиндрового двигателя внутреннего сгорания представляет собой конструктор, состоящий из 50 деталей. Прекрасно подходит для применения в автошколах в качестве наглядного примера принципа работы двигателя внутреннего сгорания или может послужить дизайнерской идеей для создания нужной атмосферы в автомагазинах, автомастерских, шиномонтажах и других различных автосервисах. Блок двигателя прозрачный, и при работе модели видно, как вращается коленчатый вал, как движутся поршни в цилиндрах и как лампочки имитируют работу свечей зажигания. Для того, чтобы мотор работал, его придется собрать, установить коленвал с шатунами и поршнями, газораспределительный механизм, вентилятор системы охлаждения, очень познавательный и завораживающий макет двигателя. Если надо укрыть автомобиль тентом на некоторое время, сделать это проще всего с помощью автоматического тента. Тент выполнен из прочного полиэстера, помещен в специальный цилиндр, который очень удобно перевозить в багажнике автомобиля. Длина тента 468 см, ширина 185 см, а высота 168 см. Для того, чтобы укрыть автомобиль тентом, надо вынуть барабан из багажника, подвесить его на специальных стропах, вынуть тент и натянуть на автомобиль. При обратной сборке тента при помощи пульта надо запустить механизм, который автоматически смотает тент внутрь барабана. Легко и очень удобно. Рекомендую его путешественникам, которые неделями отдыхают у моря. А машина в это время покрыта листьями, пылью и фекалиями птиц. С таким тентом ваша машина всегда будет чистой, а лакокрасочное покрытие кузова не потускнеет под воздействием солнечных лучей. Защитная пленка для автомагнитолы – это ультратонкая защита, обладающая прекрасными защитными свойствами. Особенностью этой пленки является то, что на ней не остаются следы даже от сильного давления. А если пленку изрисовать даже фломастером, то с помощью влажной салфетки все смывается за секунду. В комплекте поставки – сама броня, покрытая защитной пленкой, которую надо отделить и выбросить перед установкой. Чистящие влажные салфетки, в том числе вакуумные наносалфетки для устранения микрочастиц, с экрана, установочная присоска. Прочистить экран автомагнитолы и установить защитную пленку способен даже ребенок. Универсальная защита позволит экрану магнитолы оставаться в новом состоянии долгие годы. Тепловая пушка мощностью 3 кВт. Отлично подойдет для быстрого обогрева гаража, теплицы или любого другого подсобного помещения. Нагревательный элемент закрытого типа находится в стальном корпусе. Направленный обдув теплым воздухом происходит за счет работы сухого тена и электровентилятора. Сам обогреватель расположен на удобном кронштейне, который служит и для опоры, и для переноса. Направление обдува изменяется на 45 градусов вверх-вниз. Скорость регулируемая, трехпозиционная. А наличие регулировки температуры дает более широкие возможности для быстрого обогрева помещений на максимуме и поддержания тепла на минимальной риске регулятора. Нужно быстро согреть холодный гараж, этот обогреватель поможет сделать это буквально за несколько минут. Пневматическая палка для вешалок представляет собой алюминиевую трубку, длина которой автоматически изменяется от 87 до 162 см за счет внутреннего давления. Она предназначена для того, чтобы крепить на ней вешалки с одеждой. Концы трубки имеют пластиковые наконечники и стальные кольца для крепления к стандартным крючкам для одежды на верхних ручках автомобилей. За счет давления трубка служит как распорка и крепится очень надежно. Такая трубка для вешалок пригодится тем, кто путешествует или тем, кто собрался на концерт или какое-то мероприятие, и надо взять с собой выглаженный костюм вместе с вешалкой. Стоит недорого, а пригодится может каждому. Оригинальная статуэтка Будды Майтрея на панели вашего автомобиля добавит дизайну интерьера авто уникальную неповторимость восточной культуры. Практическая сторона этой статуэтки в том, что это ароматизатор, благодаря которому в машине всегда будет пахнуть благовониями, а не пассажировыми выделениями. Эстетическую сторону сможет оценить каждый, кто увидит это поистине удивительное творение рук человеческих. Но есть еще одна сторона, о которой вы и не догадываетесь. Это история и миф.
мифы. На вопросы своих пассажиров вы можете гордо блеснуть знаниями истории и мифологии, объяснив, что это статуэтка Будды Майтрея, то есть Будды, который должен прийти на Землю в будущем для спасения своих подданных. Если вы любите свой автомобиль и хотите сделать его уникальным и неповторимым, вам обязательно пригодятся отличные пластиковые и металлические накладки на многие детали авто. Сделанные из качественного пластика и покрашенные под дерево и металл, накладки могут мгновенно преобразить ваш автомобиль, добавив ему четкие линии, показывающие изысканность вкуса и тонкое чутье автовладельца, так прекрасно украсившего своего железного друга. Хотите ли вы декоративную рамку на руль, на панель приборов или вам нужно прикрепить накладки на дверные ручки, все это можно найти в этом прекрасном магазине, созданном на платформе AliExpress. Каждый автомобилист нервничает, когда дворники вместо очищения лобового стекла начинают размазывать на нем полосы. Это происходит из-за того, что на резинке появляются многочисленные зазубрины. Для того, чтобы убрать их, нужно купить специальный брелок на ключи, который к тому же является еще и реставратором резинок дворников лобового стекла. Снимаете дворник, очищаете его от механического мусора, проводите пару раз специальным очищающим резаком ножа по лезвию резинки дворника, вытираете его насухо и устанавливаете обратно на место. Такая простая процедура ремонта позволит вашим дворникам служить в 3 раза дольше, радуя вас чистотой лобового стекла. В автомобиле все, что приходится срочно искать, должно быть всегда под рукой. Хорошо, если в машине есть очечник, но ведь это и есть не у всех. Где держать очки, если они вдруг понадобились? Еще одна проблема – это поиск банковских или бонусных карт при подъезде к заправочной станции. Обе эти проблемы можно решить одним махом, если купить прекрасный держатель, прикрепляемый к солнцезащитному козырьку. 2 прижимные пластины надежно удержат пластиковые карты, которые при этом можно легко вытянуть. Основной зажим предназначен для крепление очков. Купив этот универсальный держатель, вы перестанете нервничать, потому что очки и пластиковые карты всегда будут под рукой, точнее над головой. Складная канистра. Всем автолюбителям пригодится этот автомобильный помощник, а тем, кто не просто катается, а любит путешествовать, складная канистра просто необходима. Обычные пластиковые канистры имеют один существенный недостаток – они занимают много места, даже если совсем пустые. Решить эту проблему легко, если купить складную пластмассовую канистру для автомобиля. При покупке можно выбрать канистру объемом 3, 5 или 10 литров. Когда в ней нет жидкости, канистра складывается как гармошка, занимая минимум места в багажнике. Существенное удобство канистре придает краник на крышке. Если нужно немного воды, то не надо открывать крышку. Можно просто открыть краник и взять воду. Зеркало слепых зон – оригинальный и стильный аксессуар, который не только украсит вашу машину, но и окажется крайне полезным. Надоело выворачивать шею, когда паркуешься или трогаешься с места на проблемных участках? Достаточно прикрепить этот широкоугольный отражатель на боковушку или зеркало заднего вида, и вам будет видно все, что творится у вас под колесами, благодаря 2 зеркальным граням, расположенным под разными углами. В поле зрения водителя оказывается сразу 2 слепых пятна – зона А в районе переднего колеса, зона Б в районе заднего колеса. Еще одно преимущество такого отражателя – возможность регулировки угла отражения и линии боковой остановки. Прикрепить отражатель к зеркалу можно за пару секунд, всего лишь сняв защитный слой с 2-стороннего скотча. Зарядное устройство для аккумулятора. Быстрое, умное, безопасное – это главное, что можно сказать об этом универсальном зарядном устройстве с цифровым ЖК-дисплеем. Управляется оно встроенным микропроцессором, который защищен от перегрева небольшим, но мощным вентилятором. На высокочетком дисплее отражаются такие параметры, как емкость аккумулятора, ток, напряжение зарядки и температура. Процесс зарядки трехэтапный, диапазон батареи от 2 до 120 ампер-часов. Благодаря интеллектуальной
мануальной автоматики устройство можно оставлять подключенным к аккумулятору на любой срок и при этом не беспокоиться о форс-мажорах. Выполненный из чистой меди трансформатор и кабель обеспечивают более стабильную токопередачу, а несколько уровней защиты, например, защита от полярности, перенапряжения и температурных скачков, гарантируют максимальную безопасность во время зарядки. Устройство подходит для большинства типов аккумуляторов, включая свинцово-кислотные, кальциевые, гелевые, AGAM, EFB и другие. Зимние дворники. Надоело махать щетками и орудовать скребками, убирая снег с лобового стекла? Перепоручите это хлопотное дело универсальным зимним дворникам. Выполненные из натурального каучука рабочие лезвия обладают не только превосходными очищающими свойствами, но и отличными аэродинамическими характеристиками, оптимальными для уменьшения количества мазков. Несмотря на плоский вид, они легко адаптируются под форму вашего лобового стекла и практически не оставляют после себя плохо очищенных участков. Кроме того, они достаточно мягкие и эластичные, чтобы не вредить поверхности стекла, и достаточно износостойкие и упругие, чтобы успешно справляться даже с подмерзшими слоями мокрого снега. Зимние стеклоочистители Микупа хороши и тем, что выпускаются в широком диапазоне размеров, шириной рабочих лезвий от 14 до 26 дюймов. Бельевая веревка. Несмотря на то, что этот аксессуар заявлен производителем как бельевая веревка, вряд ли он является таковым в прямом смысле. Хотя, разумеется, для сушки белья он тоже подойдет. Но я бы назвал этот гаджет многофункциональным эластичным стропом, который станет незаменимым помощником любого автомобилиста. Когда остановитесь на обочине, чтобы немного отдохнуть от дороги, можно закрепить шнур поперек сидений и перекинуть через него кусок ткани для затенения и уюта. Или повесить мокрое полотенце, какие-то вещи, которые смялись в чемодане, но понадобятся вам по прибытию. Изготовленный из высококачественной резины шнур не только обладает сильной пластичностью, но еще и очень прочный, что позволяет использовать его в качестве фиксатора или стяжки для крепления багажа или груза в багажнике. На прочных крючках из ABS пластика есть специальные зажимы-фиксаторы, чтобы можно было регулировать длину и силу натяжения. Такая бельевая веревка пригодится как в автопутешествии, так и в поездке. Например, на поезде, если в пределах вашего места не окажется крючков для одежды. Длина стропа 1.5 метра. Сумка-органайзер на спину сидений. Забудьте про катающиеся по полу бутылки с водой и разбросанные по салону мелочи. С таким удобным и компактным органайзером в вашей машине всегда будет идеальный порядок, а все, что может понадобиться в поездке, в пределах досягаемости. Сумку можно закрепить как на спинке заднего сидения со стороны багажника, так и в салоне на спинках передних сидений. Три ремешка крепления с пряжками-застежками это позволяют. Органайзер выпускается в двух вариантах с небольшой разницей в размерах. Один дизайн более компактный, сумка состоит из 4 сетчатых секций. Второй двухрядный, где над 4 сетчатыми секциями расположены еще 4 кармана, 2 из которых снабжены клапанами-закрывашками, а другие 2 обычные, типа мешок. Как видите, поместить сюда можно что угодно: напитки и закуски, камеру, зонтик, сменную одежду или обувь и так далее. Такая сумка не только легкая, но и достаточно прочная, поскольку изготовлена из экологически чистой и не скользящей ткани Оксфорд, которую помимо прочего еще и легко мыть. В зависимости от исполнения длина органайзера варьируется от 87 до 90 сантиметров, а высота от 30 до 46 сантиметров. LED-подсветка в салон. Ваше путешествие может стать гораздо приятнее и романтичнее, если установить в салоне вот такую интеллектуальную LED-подсветку с беспроводным пультом управления. Выбор цвета не только в рамках RGB с базовыми красным, зеленым и синим, но и в нескольких вариантах от их смешивания, благодаря чему в вашем распоряжении окажется не 3, а целых 7 оттенков. Блок-ленту можно установить за пару минут, причем где угодно: на панели, на полу, на сабвуфере или на потолке, а управлять интенсивностью и частотой потока можно еще 2 дополнительными способами – голосом и музыкой. Сама лента водостойкая, противоударная и снабжена защитой от коррозии. Запитка осуществляется как из гнезда прикуривателя, так и от 12-ваттных источников салонного света. При этом никаких дополнительных проводов модификации не требуется. Одно из ключевых преимуществ такой подсветки – ее универсальность. Допускается установка в любых типах автомобилей, включая внедорожники и грузовики.
Ремень безопасности для беременных. За рулем будущей мамочки приходится заботиться не только о своей жизни, но и о максимальной безопасности своего малыша. Пожалуй, еще не придумали лучшей защиты, чем вот такой адаптер к ремню безопасности, предназначенный специально для женщин-водителей в положении. В отличие от оригинального ремня, этот аксессуар исключает из себя давление на живот во время езды и надежно оберегает плод в случае аварийной ситуации, тряски на плохих дорогах или во время экстренного торможения. Благодаря перенаправлению нагрузки с области живота на области бедер будущей маме обеспечивается более комфортная и расслабляющая посадка. Устройство работает просто. Адаптер присоединяется одним концом к оригинальному ремню безопасности, опускает его лямку к области таза и там же фиксируется, не позволяя ремню подниматься на живот. Изделие максимально надежное. Пряжки и регуляционные кольца стальные. Сам ремень огнестойкий, высокоэластичный и дышащий. Сделан из экологически чистого полиэстера. В безопасности мама, в безопасности ребенок. Бутылочка для ароматизатора. Оригинальный подвесной флакон для ароматизатора. Даже будучи незаполненным, все равно останется очень декоративным и будет способен преобразить атмосферу внутри автомобиля. Секрет прост. Эта бутылочка в виде сферы из небьющегося стекла продается вместе с бразильским сухоцветом, которым можно любоваться самим по себе. Но насколько приятнее, когда это маленькое и невероятно красивое чудо будет еще и пахнуть. Цветок полностью раскроется, когда вы наполните флакончик освежителем воздуха, гелевой основой с ароматизатором или дистиллированной водой с парой капель вашего любимого эфирного масла. Флаконы продаются в двух вариантах диаметром 2,8 и 3,5 см. И вы точно не пожалеете, если закажете оба и повесите их рядом. Очиститель воздуха с бамбуковым углем. Спящая собака. Я уверен, что многие автомобилисты уже на собственном опыте успели убедиться в одной простой истине. Если в салоне присутствует какой-то неприятный или специфический запах, то никакой освежитель его не перебьет. А значит, решение вполне очевидно. Прежде чем ароматизировать воздух, нужно устранить все сторонние запахи. Для этого есть немало проверенных способов, но большинство из них слишком хлопотные и затратные по времени. Зато с таким очистителем воздуха спящая собака, возможно, и ароматизировать ничего не придется. Дело в том, что внутри подложки, на которой лежит песик, находится около 200 грамм активированного бамбукового угля, известного своим мощным фитонцидными свойствами. Бамбук сам по себе один из лучших растительных антибиотиков, а древесный уголь из него богат на отрицательные заряженные ионы, незаменимые при любом обеззараживании. Чтобы активировать гранулы с углем, достаточно выставить подложку с собакой на солнце и дать ей погреться несколько часов. Собачки могут быть разными – такса, чихуахуа, пекинес или пудель, но все они, как две капли воды, похожи на настоящих. Так и хочется наклониться к их носикам и послушать, как они сопят. Подстилки предлагаются в двух вариантах исполнения – из плюшевой ткани и пледовой. Брелок для снятия статического электричества. Красиво, модно и практично. Этот антистатический брелок не только не даст вашим ключам затеряться в недрах кармана или барсетки, но и окажется крайне полезным, когда вам надоест отдергивать руку от наэлектризовавшейся дверцы машины. Благодаря светодиодному излучателю, встроенному в полимерную проводящую среду, брелок за считанные секунды инвертирует статическое электричество не только в автомобиле, но и в повседневной жизни, на компьютерной периферии, кухонной утвари, бытовой технике, и даже на человеческом теле и шерсти домашних питомцев. Чтобы снять статику, брелок затрачивает от 0,2–0,3 секунд. Причем делает это совершенно безопасно, исключая любые негативные последствия. Аккумулятор или иная подпитка ему не требуется. Он работает на полупостоянном токе, источник которого встроен в корпус. Пользоваться таким аксессуаром легко. Нужно всего лишь прикоснуться хромированным наконечником к вызывающей сомнения поверхности. Если она наэлектризована, брелок замигает, а после устранения статического напряжения свет внутри колбы сразу же погаснет. На этом все, друзья. Все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!